Здравствуйте, мои милые внучатки! Шлю вам самый сердечный привет из града былинного Великого Устюга, из самого сердца сказки моей волшебной, из терема узорчатого. Вот и прошел еще один год, и сегодня мы подводим итоги конкурса рукотворных елочек в ожидании чуда. И вновь вы меня удивили и порадовали. Сколько красоты, тепла и света излучает каждая работа. Все они – самое настоящее чудо, созданное вашими умелыми руками. Ну а сейчас я поведаю, какие же новогодние красавицы больше всего приглянулись мне и моим гостям. Самой оригинальной стала елочка-люстра, которая своими веточками-льдинками может осветить любую горницу. А за красоту такую спасибо Анечке Красиковой из города Ухта, Республики Коми. А вот Аня Сафронова и Полина Богданова из поселка Федоровский Тюменской области порадовали меня елочкой, югорчанкой и северяночкой. Их работа и стала победителем в номинации «Елочка моего родного края». Полюбуйтесь, настоящая северная красавица, радостная, улыбчивая. Поздравляю, мои хорошие. Благодарю вас за ваше усердие и старание. Второе место в номинации «Чудо-елочка» по праву достается Дашеньке Минченко из поселка Ярига, Республики Коми. Она сделала елочку из обычных цветных карандашей. Это ж надо такое придумать. Чудеса, да и только. А все потому, что Даша очень любит рисовать и раскрашивать мир разными цветами. Поздравляю тебя, умница! Ну а первое место всей моей сказкой мы решили отдать дружной семье Чугуновых из города Вятские Поляны Кировской области. Теперь и вы знаете, что это не только дружная, но и спортивная семья. Ведь придумали они и создали елочку-фигуристку. Я и сам спорт уважаю, и вам всем советую. Ну а мимо такой красоты в моем тереме еще никто не проходил. Уж очень она всем моим гостям понравилась. Поздравляю вас, мои родные, с победой в конкурсе. Друзья мои добрые, всех победителей конкурса ждут волшебные подарки. Всех участников письма благодарственные. Ну а коли и вы захотите удивить меня своей фантазией, своим умением, милости прошу, придумывайте, создавайте сказочные елочки, да отправляйте на адрес конкурса. Всю подробную информацию вы непременно найдете на моем сайте. Жду ваши работы с большим нетерпением. До скорой встречи, мои родные! Ваш Дедушка Мороз!